В Испании легкомоторный самолет экстренно сел на пляже. Как минимум трое пострадавших, в том числе 14-летний подросток, в ближайшей больнице. Пляж во время аварийной посадки был переполнен. Место находится вблизи испанского города Санта-Крус-де-Тенерифе. Правоохранители склоняются к версии, что причиной ЧП стали технические проблемы судна во время полета. А вот отдыхающие сначала приняли инцидент за теракт.